Ты себе не представляешь, как я хочу вырасти. Наверное, для того, чтобы сидеть в зале и наслаждаться, любоваться восточным танцем. Ну и для этого тоже. А вообще хочется открыть свое туристическое агентство и путешествовать туда, куда душа пожелает. Главное, смело мечтать, друзья. И сегодня мы хотим вам пожелать. Мечтайте, смело мечтайте. Потому что у мечты есть приятная особенность – сбываться. И мы хотим… Да, Тимур? Сегодня мы очень хотим мира. Да, пусть бывают все ваши смелые мечты, и первая из них – это, конечно же, мир в нашей стране. Покоя вам, мир вашей семье. Ну а сейчас мы приглашаем на сцену участников нашего отчетного концерта. Итак, наше настроение поддержали спорткомплекс «Спартак», студия «Зарики», руководитель Анна Кривобок. Встречай! Группа индийского танца «Мехенди», руководитель Наталья Анаприенко. Просим на сцену. Аплодисменты группе восточного танца «Космитик Центра Монар», руководитель Наталья Анаприенко. Вот они, красавицы наши. Спасибо, девушки. Приглашаем на сцену гостеприимных хозяев праздника, студия восточного танца «Хабиби». Итак, самые бурные аплодисменты – младшая группа. Звездочки наши. Средняя группа студии «Хабиби». На сцену. Встречаем старшую группу. Студия «Хабиби» представляет взрослую группу. Восточного танца «Хабиби», руководители Арина Ткаченко, Наталья Анатриенко, творец культуры имени Котлова. Друзья, особые аплодисменты, потому что в этом году коллектив получил почетное звание образцовый. Заслуга руководителей и, конечно же, ваших родителей, друзей, кто поддерживал это замечательное начинание. Спасибо огромное! Но, друзья, это еще не все. Минуточку. Дело в том, что в студии «Хабиби» сегодня двойной праздник. Одна из участниц сегодня празднует день рождения. Мы с удовольствием поздравляем Милену Вакуленко. Где ты, ладушка? Иди сюда. Где наша именинница? Эти цветы для тебя, дорогая. Держи. Держи. Спасибо тебе огромное за твой труд, за твою красоту. Занимайся с удовольствием, танцуй, танцуй, тебе всем сердцем этого желаем. Спасибо вам, дорогие танцоры, что такое сложное для нашей страны мире. Вы находите силы, желание, время,